современный выпускник вуза. Какими качествами он должен обладать, чтобы быть востребованным на рынке труда? Что нужно изменить в образовательном процессе и какую роль в обучении могут сыграть предприятия и компании? Форум кадрового партнерства призван найти ответы на эти важные вопросы. Площадка его проведения – Чебоксарский кооперативный институт, филиал Российского университета кооперации. Очень часто сегодня мы слышим критику, наверное, где-то и справедливую со стороны работодателей, что выпускник вуза не может быстро адаптироваться, приспособиться, подготовиться к работе в новых условиях рыночной экономики нашей большой России. И вот я думаю, чем чаще мы будем встречаться, представители вузов, учебных заведений с нашим работодателем, мы быстрее поможем нашим молодым людям. Форум кадрового партнерства – масштабный проект, который проходит во всех филиалах Российского университета кооперации. Его участники – студенты, педагоги, представители органов государственной власти и местного самоуправления и, конечно же, руководители организаций и предприятий. Как работодатели мы пытаемся сформировать наши взаимоотношения с университетами, институтами, чтобы думать о завтрашнем дне и пополнять кадрами свою, свою фирму, свои предприятия. Это очень важно. Мы хотим получить готовый товар, как бы уже с опытом, знаниями определенными. Как достигнуть такого результата, обсуждали на 4 коммуникационных площадках по всем направлениям подготовки специалистов в институте. Сейчас прорабатывается с институтом вопрос заключения договора. На системной основе студенты будут сталкиваться с практической деятельностью, чтобы потом, придя к нам на службу, вливаться в коллектив и давать результаты с первых дней работы. Нам нужны специалисты в области высоких технологий, и в юриспруденции, и в промышленности, и в бухгалтерии. Учете. И здесь мы заинтересованы в партнерстве, наверное, как никакая другая структура. Итог работы форума – ряд подписанных соглашений о кадровом партнерстве и принятии резолюции.